бензина. Я думаю, что просто выгоднее его продавать за границу, чем продавать его здесь внутри страны за рубли. Цена рубля сильно занижена. Рубль должен стоить гораздо дороже, чем он сейчас. В смысле, гораздо дешевле, чем... Точнее так, цена рубля сильно завышена, цена доллара сильно занижена. Рубль стоит должен гораздо дешевле, чем он стоит сейчас. Доллар стоит должен стоить дороже, порядка 40, 50, 60 рублей. Поэтому сейчас выгодно, я думаю, в преддверии приближающейся девальвации нефтяные компании и нефтеперерабатывающие гонят горючее за границу, чтобы заработать как можно больше долларов. Такое у меня объяснение.